Минам это не только в Дон Кихоте происходит, это происходит и в других спектаклях, потому что мне очень приятно видеть, как он наслаждается танцем, как он поддерживает всегда. Даже если вот волнуешься, он всегда так поддерживает и на сцене, и за кулисами, что, знаете, с ним хоть куда можно, хоть что танцевать.